Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня я предлагаю вам поработать вот над таким квадратом. Посмотрите, как красиво смотрится сам мотив. Вот, если мы даже вот так его будем располагать, или вот так, будет интересное кружевное полотно. Но где применить, я думаю, вы определитесь сами. Я нашла просто схему. Она мне понравилась, поэтому я и сделала этот квадрат. Так, давайте приступим. Начинаю я с первой воздушной петли и еще 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На схеме показано 12, но мне кажется, что это многовато. Смотрите сами. Замыкаю в колечко, хвостик пропускаю вдоль и вяжу теперь 2 воздушных, накид и в колечко. Первый недовязанный столбик с одним накидом и второй недовязанный столбик с одним накидом. Соединяю их в одну вершинку и закрепила. 1, 2, 3, накид и вывязываю такой же следующий столбик из 3 недовязанных с одним накидом, закрытых в одну вершину. Таких столбиков у нас должно быть 8, вот именно в это колечко. Получила я 8 столбиков, последние 3 воздушных. Захожу в вершину первого столбика и вяжу соединительный. Этот ряд закончу. Теперь столбиком без накида зашла под арочку. 1, 2, 3, накид. Я вяжу первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом. 1, 2, 3, опускаюсь на арку, столбик без накида. Вот так вот мы будем с вами выполнять такой набор в каждую арку. Между арками у нас идет одна воздушная петелька. Затем опять мы с вами переходим под арку. И тот же самый набор столбиков. 3 воздушных, 3 столбика, 3 воздушных и столбик без накида под эту же арочку. 3 столбика, 1, 2, 3. И вот сюда. Одна воздушная, переходим на следующую арку. Обошла я по кругу и вот получил такой цветок. Последняя арка из одной воздушной. Я предлагаю сделать вот так: накид, зайти в точку, с которой мы выходили, и связать как бы полустолбик с накидом. Да, и мы, в общем-то, ну, вроде бы и завершили, но в то же время как бы по центру. Теперь 1, 2, 3. Это будет первый столбик. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Вот здесь мы помним, что у нас была арочка. Мы заходим под нее. Вяжем столбик с одним накидом. Опять-таки 7 воздушных. И под арку столбик с одним накидом. Итак, движемся по кругу. Смотрим, получили мы вот арочки. Последняя арка, мы ее будем вязать вот каким образом. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Я захожу в третью петельку подъема. 5, 6, 7. 1, 2, накид и 2 столбика, недовязанных с одним накидом. Первый и второй. Соединили, закрепили. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я иду под следующую арочку, вяжу столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Под эту же арку следующий столбик без накида.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 накид. Под эту арку мы будем делать с вами 2 столбика из 3 недовязанных с одной вершины. Вот это первый столбик с одной вершиной. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 накид. И под эту же арочку следующий такой столбик. 1 недовязанный, 2 недовязанный, 3. Соединили, закрепили. 7 воздушных и получаем вот такую вот арку. И движемся по кругу. Смотрим, мы обошли с вами по кругу, получили вот 4 угла. Вот с этого угла мы с вами начинали, да, связали первый набор столбиков. Вот я связала второй набор, и у нас остается арочка. Арочка из 6 воздушных. Я вяжу 3 воздушных, делаю накид, захожу в вершинку нашего первого столбика. И, ага. И вывязываю столбик с одним накидом. Вот так. С этой точки 1, 2 накид и под арку 2 столбика недовязанных с одним накидом. Вот так. И соединила, закрепила. Как вы понимаете, мы опять с вами будем вязать вот такой набор столбиков. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот видите, наша большая арка, маленькая большая. Я иду под большую арочку. Вяжу столбик без накида. Делаю накид. Вот маленькая арочка, захожу в нее. И вывязываю 5 столбиков с одним накидом. Второй. 3, 4 и 5. Теперь 3 воздушных петельки накид, и под эту же арочку, только как бы с другой стороны ее, опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. И тут же фиксируюсь под большую арку столбиком без накида. Вот наш угол. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я делаю накид. Захожу под эту арку. Можем попадать в петельку. Будет четче рисунок. Второй. Вот третий столбик. Соединила. Закрепила. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. И в эту же арку второй набор столбиков. Из 3 недовязанных с одним накидом, который соединяем в одну вершинку. Далее, как вы понимаете, 7 воздушных под арку. Вот сюда у нас идут 10 столбиков через 3 воздушных и движемся по кругу. Прошли мы с вами этот ряд. Вот уже достаточно красивый квадрат у нас с вами получается, да? Теперь смотрите, опять-таки мы должны с вами оказаться под аркой. Я вяжу 3 воздушных, накид, вершину столбика и столбик с одним накидом. С этой точки, как бы с центра арки, я опять-таки вяжу 2 воздушных, накид и выполняю столбик, который мы всегда выполняли с вами по углам нашего квадрата. Теперь опускаюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
под арочку столбик без накида. И с этой точки прямо делаю накид и захожу в вершину первого столбика. Выполняю все 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И еще 2 столбика под вот эту арку. Получается у нас 6 и 7. 3 воздушных петельки, накид, под эту арочку 2 столбика, первый и второй, и еще 5 столбиков. В итоге мы получили 7 столбиков со второй стороны и сразу же фиксируемся под арочку. 7 воздушных, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, вывязываю столбик, и третий соединили, закрепили, и в данном случае мы с вами вяжем 9 воздушных, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид. Ну и, конечно, вы уже понимаете, что мы с вами выполняем точно такой же столбик через 7 воздушных и движемся постепенно по периметру этого квадрата. Итак, вот смотрите, мы с вами прошли, и уже вот промежуточный квадрат тоже хорош. Последняя арка. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Я захожу в вершинку столбика первого и вяжу все наши накиды. Так, и вот теперь с этой точки 1, 2, накид, 2 столбика с одним накидом. Мы их не довязываем, соединили, закрепили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Под эту же арочку, которая у нас из 9, я вяжу следующий столбик. Вот так. То есть из 3 недовязанных соединила, закрепила. Что мы с вами делаем дальше? Дальше мы должны с вами перейти вот в эту арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Иду под арочку из 3. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Я захожу под эту же арку. Следующий столбик без накида. Теперь опять 13 столбиков. И мы с вами переходим вот в этот угол. Итак, смотрим. Я связала еще 13 воздушных и перешла в угловую арку. Как вы видите, в этой угловой арке мы связали столбик с одной вершиной, 7 воздушных и следующий столбик с одной вершиной. И теперь у нас идет угол, конкретный угол. Он будет в виде пико. 1, 2, 3. Теперь я запомнила. И 1, 2, 3. Я сразу покажу, как мы с вами соединяемся. Мы идем вот в третью петельку нашего готового мотива. 4, 5. Опускаемся на запомненную нами петлю. Соединились с углом. 1, 2, 3. Накид. Идем под арку и выполняем столбик.
которую всегда мы выполняем с вами подарочка из трех недовязанных, соединили, закрепили. Далее у нас идет 7 воздушных. 1, 2, 3, 4. Мы находим четвертую петельку или же подарку, лучше в петельку. Завершаем наши 7 воздушных, делаю накид и под эту же угловую арочку вяжем столбик с трех недовязанных. Первый, второй, третий, соединила, закрепила. Вот как мы с вами проводим соединение, да? Вы поняли, через угол и через арку. Далее у нас идет 13 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Находим 7-ю петлю. Протянули. И далее еще 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Соединяемся с вот этим как бы набором столбиков. 1, 2, 3. Выискиваем с вами третью петельку на вот этом пико. 4, 5. Завершаем пико. И смотрите, вот наше соединение. Далее в зеркале мы соединяем и вторую часть нашего квадрата. И так идем, в зависимости от того, где мы. 2, 3, 4 соединяем по одной. Итак, я прошла все по кругу и соединила. В итоге мы с вами получаем вот такое красивое полотно. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!